хочу сейчас позвать на сцену моего очень близкого друга, самого близкого друга по духу, по музыке. Это человек, с которым я... Как-то вот мы садимся, он играет на гитаре, а у меня вдруг что-то придумывается. Потрясающе талантливый Юра Тополян. Не знаю, хотел ли он, чтобы я называла его фамилию или нет. Но Юрочка, я не знаю, где ты? За спиной. А, блин. Вот так, вы понимаете, чудеса за спиной. Только надо повернуться. Все вместе. Винус? Сейчас я только 3 секунды отдышусь. Я хочу.
отмечай свой день рождения, не отмечай. Будет не менее веселый. Даже еще веселее, да, пожалуй. Тихо молчу. Умирать нужно красиво. Причесать гриву и гриво намазать в рот. И вот лежишь себе тихо. Уже год. Милый, казалось, будет все наоборот. Вот ты стоишь угрюмой ивы. И вой твой слышен, поверь, разъедая кислотой. И я лежу. Кричала отчаянно на чае, горячий чай или оригами. А ты играл для мамы. Я тоже играла маме, а теперь Супер Слимс и Нью-Йоркский цунами. Я не пойму, кто нами играет, знай все наперед. Все равно лажает, судьбу мешает, подливает невыносимой горечи.
моей душе Хиросима совести. Задушила бы, растоптала, но мало ей моей горести. Стоп! Давай покурим вместе, милый. Необратимо пришла зима. По-моему, какой-то эксперимент, да, который я сняла в Америке. Правильно? Нет? Нет? Ничего себе, а что же тогда? Посмотрим, блокнотик. Понимаете, невозможно уместить эту голову. Да! Клип, который мы пропустили. Что? Его нет? Что с ним? Кричите! Кино? Как ты его скинула? Скинула! Андрей, помнишь, мы скачиваем? Настя.